Итак, поехали, друзья. 11-й тур, «Авангард», Курск, СКА, Хабаровск. Сразу же вперед. Поэтому матч с Краснодаром. Здесь может быть опасно. Альшин идет сам. И что здесь? И опаснейший штрафной зарабатывает «Авангард». Альшину здесь достается. 70-й номер «Курян». Довольно большая стенка. Все футболисты в стенке. Акбашев. Нет. Касьян. Нет. Кубышкин. Выше. Собственно говоря, управлял действиями «Авангарда» старший тренер Новоченко. И что здесь? Опаснейший момент. Щегров блокирует. Базилюк не смог здесь своими длинными ногами перебросить этот мяч. Гацук. Дает на Альшин. Альшин скидывает на Трошечкина. Трошечкин. Акбашев. Можно пробить. Штрафной Акбашев. Здесь уже нужна передача. Удар и гол! 1-0. «Авангард» выходит вперед. Ильнур Альшин расстреливал уже практически пустые ворота. И Ильнур Альшин забивает во втором матче подряд за «Авангард». Безусловно, очень хочется, чтобы такую довольно зрелищную, любопытную игру погода сегодня не испортила. И в атаке армейцы. Навес очень опасно. И что здесь? Не попадает в створ ворот. Хотя Чевров показалось, что здесь немного растерялся. Да, на выходе прочитал Кабутов передачу Кубышкина. И в атаке СКА. Хоть штрафную футболиста, может быть опасно. Дашаев. Что здесь? И гол. Константин Базилюк сравнивает счет в этом матче. Довольно обидный мяч пропускают куряне. Ненужная ошибка в центре поля. И Дашаев здесь не смог заблокировать эту передачу. Итак, навес. Удар и штанга! Это было очень опасно. И свисток на перерыв. Евгений Кугуляк отправляет команды немного передохнуть. После первых 45 минут «Авангард» СКА Хабаровск, ничья 1-1. Уходим на перерыв. Номер 6-й Константин Базилюк, номер 11-й, автор забитого гола. Также на поле появился Владислав Никифоров под номером 10-й вместе с Гацук. Немного замешанные защитники «Авангарда» и атака. Что здесь? 10-й номер, посмотрите, как пробил очень здорово головой Никифоров. Да, с мячом остаются футболисты СКА. И посмотрите, как очень здорово здесь разыгрывают. Есть возможность для продолжения. Никифоров. Слева забегает Гарбус. Гарбус, прострел. И штрафной абсолютно один удар. И как же не попадает. Как же не попадает по воротам. И нарушение правил со стороны Федчука. Так, ну и здесь уже пошло выяснение отношений между футболистами, но закончилось, и полетели желтые карточки. И арбитр дает финальный свисток. У нас ничья 1-1. А после этого матча «Авангард» у нас пока останавливается также на четвертой строчке.